Друзья, добро пожаловать в мой игровой мир и в мир хищников. Давайте поиграем охотник на хищников, или уже забыл, как она называется. Хищники, охотник на динозавров. Вот. Поехали. Кстати, хочу сообщить вам приятную новость, кто меня будет смотреть, да, и кому нравится эта игра. Эта игра вышла на компе. Там, то есть, название идет все то же самое, и после Динозавр Хантер, по-моему, маленькое такое какое-то предисловие, там, в общем, маленькое название. Но это не суть важно. Я знаю, что она появилась на компе, к сожалению, потому что я думал, только это эксклюзив для PlayStation 3. Вот, сейчас решили выпустить на компе. И мы сейчас поиграем. С кем же мы поиграем? Я буду... Уберу всякие плюшки, потому что мы тут вообще как терминаторы будем. Это я оставлю, сердце оставлю. Во, мы сбиватель запаха уберем. Сейчас нас будут они чувствовать, хищники, и проблема с ними будет. Наверное, я уберу камуфляж, ну, или дудку убрать. Ну, в принципе, дудка-то так. Давайте камуфляжку уберем. Ну, я думаю, это хватит, да? С оружием. Кстати, вот хочу вам сказать, на компе, да, которая игра вышла, там, по-моему, даже выбор оружия больше. Ну, решили так вот сделать. А у меня на PlayStation 3 такого нет. И я думаю, никаких ни патчей, ни дополнений к этому не имеется. Вот я поэтому и говорю, что игра вышла на компьютер, к моему сожалению, и с всякими новшествами, которого нет на PlayStation 3. Ну, может, потому что сейчас компьютер, процессор компьютера намного мощнее, чем процессор Соньки, да? Вот. Так, что-то я заговорил. Подождите, а вот хищников-то нет. А мне без них как-то неинтересно будет. А, вот сюда, да, я хотел. Тут у нас Т-рекс. В принципе, все динозавры, да. Это офигительный уровень. С туманом, с одним практически. Вот. И сейчас мы вспомним былые времена охоту на динозавров. Ну, я не думаю, что я один тут буду охотиться, потому что убрал блокатор запаха, и за мной будет такая же охота. Так, сейчас я вспомню, как играть. Еще у меня, друзья, небольшие лаги. Я не знаю, почему. Переустанавливать компьютер неохота. Вот. Надо разобраться в этом, потому что всегда переустанавливать его сыт не будешь. Погромче немножко сделаю. Ах, какой красивый мир. Давайте сразу... Так, анкилозавр нам не подходит. По карте. О, кстати, нет, мы это оставим. Давайте на цератозавра сразу перейдем, потому что хищник, он коварный и в любое время может напасть. По оружию выберем мушкет этот. Ну, это не мушкет на самом деле, просто мне так понравилось его называть. Вот какой-то мощный кольт. Так, тут грохочет гром, в общем. Какой-то апокалипсис. Или просто гром перед дождем. Ну весь. О! Давайте посмотрим, кто там. Трицератопс. Я вообще, если честно, я не хочу охотиться на травоядных зверюшек. Потому что они добрые и не опасные. В общем, моя логика проста. А где он? Для него там пилить и пилить, да? Так, туман, видите, ничего не видно. А им меня, скорее всего, слышно. Точняк. У кого хороший запах, тому еще и... Видно, хотел сказать. Тот еще чувствует меня, а у кого еще и зрение, тот еще и видит. В общем,
все параметры, которые я назвал, это развитые на 100% только у тиранозавра. Ну иди сюда, мой белый хлеб. У, братан. Yes! 100% попадание. Даже смотрите, кровавое облако было. Так. Подождите, я думал, тиранозавр на меня бежит уже. Я, если честно, опасаюсь их, потому что это такой один из высших хищников здесь, не считая тиранозавра. Да и вообще, по-моему, цератозавр это такой хищник был, особо опасный. Видите, 3 звезды дали. А 3 звезды, потому что я его с одного удара выстрела убил. Ну и очки там по максимуму, по-моему. Давайте отойдем от него. О, вот мой вертолетик. Давайте посмотрим. Я просто смотрел, как играли на компьютере. Практически ничем не отличается. Ну, как вам сказать. Она на PlayStation 3 также хороша, в общем, как и на компьютере. Так что, может, там все равно по графике лучше, так как это новое железо, да, уже и т.п. и т.п. Надо посмотреть мне требования, кстати. В общем, ну, пока я собираюсь играть только на приставке в нее. Оу, что-то я застрял. Вот, отсюда хорошо косить тиранозавра, друзья. Давайте посмотрим, может, все-таки есть тут счастье. Я его крикнул. И нет тут счастья. А так можно было его, конечно, издалека стрелять, пока он не дойдет до меня. А давайте сейчас по хищникам ударим. А, 10 секунд, да, еще? Ну ладно. Так. Сейчас мы сделаем это. Страшные вопли, блин. И никого нет. Лады. Может и к лучшему, кстати. Потому что иногда надо спрятаться. О, вот типа как сейчас. И вызывать их. Так, подожди. Вот. По-моему, вот видите, скалы. Здесь вот часто бывает тиранозавр. Вот сейчас я пойду и могу напороться на него. По крайней мере, на радаре это точно. Так, я, по-моему... Во! Вот она, карточка-то. Карта. Так, а куда еще один ушел, я не понял. Тут кто у нас? Трицератопс тоже? Нет. О, анкилозавр. Я вообще... О, пара заворлов. Отличное животное. Я вообще даже забыл, что хотел сказать. А, перестал охотиться на... Как вам сказать? На растениеядных животных. Потому что эффекта такого, азарта такого нет. То есть он от тебя убегает, ты его стреляешь и стреляешь, пока он не умрет. Конечно, бывает умный, вот как анкилозавр. Ой. Паразавр лов, он может на вас набежать. А стегозавр, анкилозавр, они вообще практически просто бегают, пока в них не стреляешь. То есть безобидные бедняжки. Вот, трицератопс, ну, он медлительный. Мне кажется, самый непредсказуемый из травоядных это анкилозавр. Потому что он очень быстрый, он видит вас, слышит вас на 100% практически. И трудно от него как-то утаиться, если он тем более разозлился. Так, ну что тут? Смотрите, сколько дичи тут, да? Так. О! Цератозавра. Вот это уже хорошо, друзья. Давайте. Я посмотрю, как далеко я там. Кто-то меня засек. Как бы. Это, скорее всего, трицератопс, да? Странно. Ладно, хрен с ним, потому что у меня главная добыча это цератозавр. Блин, он походу меня увидел. Я имею в виду, я даже не знаю, кто здесь. А, вот он. Тише, брат, товарищ.
А, ну он-то и да, на 100% меня заметил. Но он как-то не спешит убежать, да? Как вы видите. Его будем брать тепленьким еще. Моя супер винтовочка, которая должна показать себя. Видите, почему он меня еще видит? Я амундирование снял. И, в общем, не сливаясь с травой, вот следы его. Если я выстрелю, промажу или попаду, мне надо сразу готовиться к цератозавру, потому что... Блин, что за фигня? Он у меня на выстрел может пойти. Это 100%. Подождите, а куда он делся? А, все правильно. У нас же... Вот он. Блин, а вот сейчас я его не увижу. А он меня увидит. Это 100%. А даже если не увидит, то услышит. Видите, вот. Ну-ка, постоим. Будет идти излучение. Вибрация, или как его называется. Все равно идет. Я не знаю, почему. И я вот даже начинаю тише говорить, когда вот подкрадываюсь к нему. Как-то какая-то маленькая такая привычка, что во время опасности надо тихо все делать. Ну и где? Блин, он тоже такая мишень сейчас. Как бы интересная. Но боюсь, если мы в него выстрелим, мы можем потревожить других существ. Намного кровожадней. Давайте. Апа-па-па-па, подожди. Не спеши. Что-то он, походу, за холмом, да? О! Не-не-не. Тут уж очень близко. Давай. Апачки. Тихо. Достоять, блин. А-а-а! Не успею, не успею, не успею. Все, он свалил, в общем. Да и хрен с ним, в общем. Ах, потерял время. Ну, смотрите, вообще, да, не боятся ничего. Маленькие проныры. Давайте идем за хищником. И хрен нам на этих травоядных. Цератозавр, значит, сейчас будет. Можно вообще... А, нет, так тяжелее идти, да. Забыл уже, как играть в нее. Какие-то моменты упускаю. Нет, карту надо получше. Еще вот так вот. Ах, вот он, красавчик. Походу он так-то недалеко. Мне надо, знаете, куда-то забраться, чтобы он меня не смог достать, потому что иначе. Подожди. Иначе все зря будет. А вот теперь иди сюда, мой белый хлеб. Друзья, кто там появился? А, все, старый наш друг, да? Чикарос. У воды они, в общем, стоят, друзья. Это круто. Я могу его кликнуть и как бы это. Но так будет неинтересно. Мы лучше... Давайте сделаем это красиво. Потому что... Хочу почувствовать настоящую охоту. Охоту на доисторических рептилий, которых ни хрена не видно. О! Подождите. Блин, мне уже мерещится, да? Хотя он там должен быть. Слышно, как дятлы там... дятлют. А где он? Как бы на него не напороться, знаете? 122 метра, в принципе, он меня еще не видит, не слышит. А вот когда будет 100 метров или 90, что-то не приближается, походу, нифига. Не могу понять, он меня уходит, что ли? А, я сидел. Крутяк. Во. Теперь давайте сделаем это тихо, как супер хищник. Да, кто еще тут хищник?
Ничего, за что у меня ружье. Это их не остановит. Мухи летают, блин. Сами слышали, наверное, все, да? Тихо. Походу, он меня спалил. А это очень-очень плохо. Где? Да хрен его знает. Еще идем. Так, сейчас он меня услышал. О! Вот он. Смотрите. След, сердце его. О, вообще классно. Я нормально. Сейчас его... Вот он. Одну тонну... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. У меня проблема, походу. Нет. Если мы сейчас... Ах ты, твою же дивизию. Я, короче... Если бы я в того выстрелил, на меня бы вот это вот животное напало. Слушай, ты офигел, ты меня пугаешь. Вы знаете, я как чувствую, что он рядом. У меня вибрация просто на геймпаде идет. О, походу он это... Нет, он есть или пьет? Походу пьет. Так, зад ему стрелять не будем. Вот. А вот в бочину, я думаю, ему понравится это. Тихо. Сейчас, подожди, друг. Какой ты мне друг, скажи, да? Стоять. А так вот. Все. Фу, один выстрел, один труп, как говорится, да? Стоять. Забегал. Ну и? По-моему, я еще даже лишних патронов не потратил. 29 за него дают, тоже 3 звезды. Летел. А, ну... О! Блин. Нажал на призыв таких же хищников. Я увидел просто там животное, это был трицератопс, по-моему. Ну хрен с ним. Так. Почему я никого не вижу? И не слышу. Кроме себя. Следы. А еще прикольно, когда вы его раните, и у него кровавые следы. Это просто офигительно. Так. Ое. Тут их аж два. Ну давайте сделаем это тоже. Стоять, бояться. Видите, спрятался, он меня не видит. Хотя я его нифига не вижу. Где он, что он? Оп. Стоять. Какого хрена? Ты где меня увидел-то? Блин. О. Все, опасность миновала. Я просто... Так, смотрите, кто-то появился. Просто не понимаю, откуда он меня увидел. Вот это вот животное важнее. Потому что оно опаснее. Блин, где же он? Паразаворолов. Название-то такого? Такое. Ага. Смотрите, правильно, да, я сказал? Паразаворолов. Вроде. Опа, сейчас мы его выследим. Ну не хочет он ко мне идти, в общем. Лады. Давайте тогда трехрогово выследим. Оп. Где? Так, они уже там где-то, значит. Ну... Лады. Ну еще давай, 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 иди. Вот здесь уже надо... Так, давайте посмотрим, сколько он. 100 метров от меня. Даже больше.
Блин, вообще с ними ничего не получается. Они или далеко, или близко, когда просто меня видят. Твою ж, блин. А, друзья, давайте его подманим нафиг. Он меня достал. Хотя придет другой, кстати. Нет. А это кто там поймал? Это, наверное, хищник. Нет? Опа. Кто здесь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрите, два на меня идут. Ну и... Ну, парни, блин, охренеть. Какая-то охота не получается, конечно. Так, ладно. Фиг с вами. Сейчас чем получится. Так, я уже, знаете, я по крикам узнаю. Первый трицератопс крикнул. Второй. Пара заворолов, по-моему. Тише, тише, тише. Почему я вас не вижу? И не слышу даже. А вы меня слышите, видите, чуете? Опа! Подожди-ка, подожди. Давай, давай, давай. Хрен там. Вот тут я его вряд ли убью. Ну ладно, будет интереснее, да? Давайте мочилку. Побежал. Ну ладно. Я его ранил, в общем. Так, здесь кто? Трехрогий, да? Два при том. В кого попал? Я почему-то так и знал, что он побежит, то есть выживет. Потому что неудобная позиция была. Давай, давай, давай. Вот. Кровавый след. Это мой след. Который мне нужен. Где? Где? Я вас не вижу, парни. Или не парни вы там. Ах, тихо, 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 тихо. Они где-то вверху. Так, давай вниз. Хотя, знаете, так и вас. Во! Он меня заметил. Трус. Я не трус, но я боюсь, да? Так, 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 так. Ну что же вы, блин? О, смотрите. Расходятся следы. Оу-е. Иди сюда, мой белый гриб. Твою же дивизию. Ушел. Хрен с тобой. Две пули. Куда вот он меня заведет? Давайте посмотрим. Тирекс, это точно не он. Потому что, знаете, бывает, бежишь, бежишь, и напоришься ты на такое чучело, блин. Где? Стоять. А вот это вот мне интересно, кто там. Хрен с ним тогда. Давайте трехрога его добьем. Я сразу приготовлюсь. А, вот он. Нет, это анкилозавр. Ну, можно его, в принципе, добить, да? Хотя, хрен его. Не будем тратиться на него, давайте сделаем, потому что... Ох, кровавые пятна, блин, офигеть. Как это все круто сделали, если честно. И ей столько лет, она только вышла на компьютер и... Опачки! Блин, даже растерялся.
Ай ты, твою дивизию. Из меня, блин, снайпер, когда я растерялся. В общем, ее слезали и сделали на комп. Так, а где ты? Почему-то я никого не вижу, я имею в виду, в кого я стрелял. Может, тебя по-дружески? Давай. Подожди. Ой-ё. Еще и промазал. Когда такое было? О, смотрите, он. Ну, увидите сами, да? Тихо. Панцирем, походу. Ах, ладно. Блин, смотрите, уже 7 патронов. А я тут фигней страдаю, если честно. Лады. Ох, кровь, бедняжка ты. Ладно. Стоять. Все-таки я его найду, трехрогого. Пофигу на все. Как-то уже это, знаете, затянулось и... Опа-па, подожди. Почему у меня геймпад рашит? Кто тут? Нет. Блин, да что же вы делаете, да, гады? Он походу сзади, он за мной бежит. И, знаете, я не видел, но на карте он был за мной прямо. И я чё-то... А, вот. Походу он всё-таки... Ах ты, сукин ты сын, мать твою. Да что ж вы делаете-то, парни? Ну, держи. Остряк. Как-то видите. Ой, неправильно я наметился. Еще надо этого подстрелить, блин. На всех по патрону. Ну ладно. А пара зауролов-то каким хреном на меня побежал? Я вижу боковым зрением, кто-то вертится, понять ничего не могу. Хотя целился трицератопса. Вы можете увидеть там то, что видно было. Справа он был. О, красавец. Давай. Ну вот опять видите, чем стоит он, да? Ай-яй-яй. А это в дерево. Походу нет. Лады. У меня вообще тир неудачный сегодня. Зато кровищи сколько, блин. Ну и... Вот эти кровавые пятна меня просто мотивируют. А, вот он. Ну что, давай уж. Тихо. Еще. Давай, стреляй нафиг. Смотрите, еще жив. Охренеть. А меня съели. У-ху-ху. 1-0, да? Пользу динозавр. Я не знаю даже. Смотрите, я трицератопса убил. Вот видите, красный. Он все-таки погиб. Но... Кто-то на меня напал. Может хищник, может паурозауролов. К сожалению, это не показали. Ну ладно. Сколько? Полчаса заигрался, да? Ну что ж тогда, друзья, на сегодня серию заканчиваю. Кому нравится эта игра, кто хочет, чтобы я продолжал, ставьте лайки. Кому нравится, ну не знаю, вообще мое видео, тоже ставьте лайки. Вот, комментируйте, буду рад. Подписывайтесь, друзья. Ну все. Сегодня серия закончена. Всем пока, друзья.